Эй, ребята, я вас приветствую в игре Dirt. Не спрашивайте, как там продолжение, название, я все равно его не помню. Итак, мы, по-моему, в прошлый раз вышли на поверхность, да? А это значит только одно. Новые приключения. А? Гиперудар? Ой-ой. Я, наверное, хочу перебить всех солдат, да? Ах ты ж ё-моё! Ты чем это меня зарядил только что? Как-то много их здесь, нет? А там вертолёт, это, похоже, мне за ним нужно, да, следовать? Мужики знают, где здесь. О, да! Везде эти антенки. Что, зачем, к чему, когда, откуда? И откуда эти существа все повыскакивали? Блин, они меня ранили все-таки, они ранили меня! Черт побери! Блин, так и всю жизнь из ГГ вытряхнуть можно. Это что, собор, что ли? Ах ты ж, ё-моё! Ага, у меня здесь новые враги, да? Да, они как-то умирать не спешат. Ладненько. Ребятки, как вам такой вариант? Ого! Я, кажется, слышала что-то типа That's it. Оу! А нет, это было не That's it. Окей. Но все померли, нет? Фу! Фу, это не комары даже, это здоровые мухи, фу! Мухи, фу, фу, какая гадость, фу! Оу! А интересно, могу ли я пройти сквозь? Это уже становится небольшим развлечением для меня. Ну, туда, наверное, мне никак, да? Объезд в ту сторону, ну гениально просто. Тут, в принципе, ехать некуда, так что... У меня такое ощущение, что я оказалась на улицах Парижа, но флаг США мне говорит о другом. Ой! Ой! Так... What we have... Ой-ой-ой! Ха! И куда же вы его сбросили? Забавно, ну может быть мне нужно туда, а? Да нет. Как-то не похоже на то. Ну, придется расстреливать. О! Банк! Нет, расстреливать, похоже, никого не придется пока. И что это было? Ну что, замерли-то, а? Фу, блин, каракатица, какая мерзость. Офигенно! Всю жизнь мечтала об этом. Нет, а что если... Так, пулями как раз научусь управлять. Мужик, ты чё палишь-то, ё-моё? Фу, что это? А, это пули, нифига себе. Ой, извини, мужик. Как это? Хей! Ах, ты лугозвон, ну значит, ты своё получишь. Нет, ушли! Kill everyone! Ой, там птичечка! Аптечка! Ты это... Блин, здесь трупы пропадают, это нехорошо, конечно. Вот, растворяется прямо на глазах. Не, ну... Плохо, конечно, когда в играх трупы исчезают. А зато эти ребята здесь навсегда, они как статуи. Ладно. Так, what we have here? Нас. А тут калифорнийское здание, отлично. Это мне о многом говорит, кстати, канал новостей. А уж не с новостями ли прибыла наша Пенни? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нифига себе! Ну-ка, а что если... Блин, как хорошо, что они лазерами своими светят и... Нееет!
Вот ведь, а. Ой, что меня заметили, да? Ладненько. Наверное, вот как-то так, да? Давай, Дирт, я верю в тебя! Пали, пали в них всех! Правильно, свинцовых свинцов! Там ведь вызов все, да? Так, ребята, продолжаем наше бесконечное веселье. Что такое? Почему этих ребят поднимал? Ой-ой. Ой-ой-ой-ой, нифига себе! Блин, там же еще один, да? Мне нужно его прибить. Ладно. Давайте, мужики, выходите, кто там есть. Оу-оу-оу! Тихо-тихо, ты как-то так... Удерживаете кнопку сверхсила? Вот что-то не получается поджечь, на самом деле. Ну ладно, бог с ним, наверное, да? Ой. А вот, наверное, мне все-таки разобраться с ним придется. Что же мне делать-то, а? Были бы у меня гранаты. Гранаты. О! Ты что себе позволяешь, а? Нифига себе, как он рубанул. Блин, вот он... Слушайте, вот сзади не дают зайти. Ну что ж такое-то, а? Ладно, может быть, мне туда? Блин, ну это просто пипец какой-то. Обнаглевший танк. А прикиньте, там еще один сейчас, да? Оу! Ладно, буду палить во всех и во вся. Надеюсь, это мне поможет. Ах ты ж, ё-моё! Это комара-муха, да? Смотрите, они завалили того чувака и стоят, смотрят. Бля, они меня заметили. Тут уже нехорошо, конечно, да, наверное, они меня сейчас убьют. Офигенно просто, просто офигенно! Я в шоке. Это, мягко говоря, я в шоке. Потому что я в таком шоке, что это просто шок-шок. Ой, блин, это видео будет состоять из 4 кусков, по всей видимости. Ладно, ребята, я отключаюсь и да. Не знаю, ребята, я просто пробежала, потому что я по-другому просто не знаю, как это все дело пройти на самом деле. Вот так вот я просто пробегала, да, здесь я никого не убивала. Считайте, что это спидран. Оу. Шикарно. Что мне делать? А. О, наконец выход. Отлично, в канализацию прямиком. Классно. Ну, как вы видите, за минуту я прошла этот уровень. А если никого не убивать, то вполне себе возможно его пройти вот так вот, да. Как оказалось, те самые мухи, которые летят прямо на нас, если завернуть за угол, то они так вперед и полетят. То есть они конкретно главную героиню, постоянно забываю ее имя, они ее как бы, конкретно ее, они не преследуют. Они преследуют просто полет вот по улице и все. А кто уж там попадется, на того они нападут, значит. Так, что у нас здесь? Винтовка, какие-то ребята еще, знать бы название этих, собственно, орудий. Ну, наверное, вот это хочу, раз уж оно самое дорогое, да. Наверняка и самое крутое здесь должно быть. Нифига себе. Забавно, я потратила все свои сбережения, накопления. Ну ладно, тогда уходим отсюда. Ребят, вы меня разорили. О! Появилась. Ну надо же. Я ведь говорила, что она возьмет и ни с того ни с сего появится непонятно где. Как только она примудрилась вообще пройти это, как ее, Пенни, да? Жесть, просто жесть. Что, снова солдаты, да? Ой, это еще что? Погодите, у нас босс тут, что ли, намечается? А это кто? Это босс, нет? А где мое новое оружие? Это дайте хоть побаловаться, что ли? Я не понимаю, мы же в канализации... А, не какая-то не канализация была, ясно. Я-то думала, что нас уже отправят туда. Не очень хорошее оружие, да? Стреляет как-то медленно.
что, ребята, я спасла ваши гребаные жизни. У нас тут предатели, я смотрю. Ауч! Блин, это больно. Ребятки, это больно. О, да. Да, спасибо. А, что это? Да нет, я не прохожу еще один уровень. Я просто хочу... Да фиг его знает, что я хочу. Наверное, я просто посмотреть хочу на небо, да? Какое небо голубое. Ладно, да, уходим отсюда. Что-то красная штука какая-то. А. Блин, как... Оу, нифига себе, почти всех полицейских перебили. Эй, парень, скажи мне спасибо, что ли, я не знаю. Ой, блин, я снова чихнула. Ладно, ребят, да, пора прощаться, а мне пора кушать. Мне пожарили картофель, так что я ухожу прямо сейчас. Всем спасибо за внимание, пожелайте мне приятного аппетита и до встречи в следующем видео, как раз вот на этой локации, да? Всем пока, ребята.